Приветствую вас, друзья. Продолжаем прохождение Mass Effect 1. Итак, продолжаем. Отправляемся, кстати, в систему. Выполним это задание каперы. Отвага система, да? Посмотрим, что это за система. Может, в нее позже заглянем. Так, это Наверия? Нет. Нам вот сюда. Отлично, отвага. Корабль здесь есть? Корабль. Здесь корабля нет. Может, он куда-то упал на планете? А, вот, вижу. Вот основное задание будет. Давайте сейчас посмотрим, что это. Великолепный. Великолепный модульный транспортный корабль класса Коулун, разработанный землянами. Корабль заброшен. Все отсеки разгерметизированы, а в ядерном реакторе происходит утечка радиоактивности. Повреждения соответствуют урону, наносимому ускорителями массы, которые устанавливаются на корабле. Владелец – частное лицо, капитан Уильям. Так, давайте просканируем. Сесть нельзя. Небольшой след радиоактивных частиц, возможно, являющихся результатом работы досветового ядерного двигателя, ведет к окрестностям планеты Завин. Отлично, это вот продолжение идет у нас. Миссии. Вот сам Завин. Скорее всего, на него приземляться будем. В следующей серии. Юн Торл. Толстый атмосферный слой этой планеты состоит из сложных углеводородных соединений. По этой причине полная карта Юн Торла так и не составлена. Всю поверхность покрывает океан, имеющий в составе жидкий углеводород. Температура на поверхности высокая. Имеются признаки примитивных органических форм жизни, проживающих в океане. Найден медальон. На орбите Юн Торла вы обнаружили древний зонд для изучения дальнего космоса. Тали доставила его на Нормандию и разобрала. Внутри был найден медальон Лиги Единения. Так, отлично. Второстепенно выполняя тоже задание по поиску различных медальонов и записей. Антитатра – обычный водородно-гелевый газовый гигант, содержащий небольшое количество аммиака. Углеводороды в атмосфере придают ей небольшой коричневый оттенок. Обнаружено месторождение газа. В результате сканирования, проведенного с орбиты, была обнаружена высокая концентрация гелия-3. Трелин. Трелин – безжизненная скалистая планета, имеющая следы атмосферы, состоящей из ксенона и криптона. Планета богата залежами железной руды и магниевых силикатов. Наличие на поверхности большого количества кратеров затрудняет посадку космических кораблей. Последователи соларианского религиозного культа утверждают, что расположение групп кратеров в южном полушарии напоминает по форме их богиню. Так, Завин. Внимание, опасность низкой температуры первого уровня. Тонкий атмосферный слой Завина составляет двуокись углерода и этан. Поверхность планеты покрыта льдом. Основную ее часть составляют кобальт и залежи меди. Нахождение на поверхности представляет опасность ввиду постоянно бушующих ледяных бурь. Так, все это мы в следующей серии будем приземляться. Так, и крайняя планета Тесальгон. Тесальгон представляет собой обычный водородно-гелевый газовый гигант. Небольшое содержание метана в атмосфере придает ей голубоватый оттенок. Вроде все. Ну что, друзья, в следующей серии отправимся на Завин. Узнаем, что с этим отважным произошло кораблем великолепным. Всем спасибо, всем пока и всем удачи.